Это что за птица? Учеником прислали. Вот хорошо. А то у нас совсем мало страхов осталось. Посмотрим, на что ты способен. Еще раз хочу вам напомнить, что мы страхи должны что делать? Пугать. Как пугать? Пугать! Смелее! Пугать! Изобретательнее! Молодец! Молодец, ученик, я ножницами ты освободился! Пугать! Веселее! Толкуй, ребята! А теперь времени ждет. Пора браться за дело! За мной! Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные ахи-страхи. Мы летаем, кружимся, догоняем ужасы, ужасы. Трусом мы дрожать заставим, смелый глянет, мы растаем. Смелых мы пугаемся, в страхе разлетаемся. Летаемся. Чердачные, печные, страхи темные, ночные. Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы. Ужасы, ужасы, ужасы.
еще пугают в крапиве, а? Сколько раз мы их сегодня пугали? Два? Нет, три раза. Больше трех нельзя. Нельзя, толковый ученик, правильно. Больше трех нельзя, они смелые ребята. И я предлагаю торжественно проводить их домой. А теперь пора домой. Труса мы дрожать заставим, смелый глянет, мы растаем, смелых мы пугаемся, в страхе разлетаемся. Катаемся.